Сообщение о смерти мужчины в огне из-за нерасторопности пожарных проверяют в СКР. Следователям предстоит выяснить, есть ли связь между гибелью мужчины во время пожара в селе Хайрюзово и организацией работы местного пожарного поста. В селе Хайрюзово Тегильского района произошел пожар в одноэтажном доме на улице 30 лет Победы. Соседи сообщили оперативному дежурному ГУ МЧС России по Камчатскому краю о возгорании. Однако сотрудники пожарного поста якобы в Хайрюзово в это время отсутствовали на рабочих постах и прибыли только спустя 4 часа. Специализированная техника пожарного поста оказалась не готова к тушению, автомобиль не был заправлен водой, так как находился в неотапливаемом гараже при отрицательной температуре. Кроме того, территория вокруг гаража не была очищена от снега, что создало дополнительные препятствия для выезда техники. В результате пожар не был своевременно потушен, дом сгорел, а находившийся в нем местный житель погиб. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки ими будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям должностных лиц.